Здравствуйте. Все больше в продаже появляется семян со значком F1. Вот, например, такой, такой, такой. И вот здесь везде есть F1 на пакетиках семенами. Причем это характерно для любых семян. И овощей, и цветочной культуры появляются значком F1. Что такое F1? Вот таким образом обозначается гибрид первого поколения. Немножко расскажу, что такое гибрид. Гибрид – это растение с определенными качествами, которыми добиваются опылением, искусственным опылением одного сорта и другого сорта. И полученное растение обладает теми качествами, которые обладают опылители. Например, есть томат, очень урожайный, но очень неустойчив к заболеваниям. И есть другой сорт томата, который хорошо устойчив к заболеваниям, но у него низкая урожайность. Вот если опылить один сорт томата другим пыльцой другого сорта томата, тогда в результате мы получим гибрид, который обладает признаками и одного первого сорта, и второго сорта. То есть у нас получится высокоурожайный томат, очень устойчивый к различным заболеваниям. И вот эти вот качества растения проявят только в первом поколении. То есть семена сопыленного растения, они проявят эти качества в первом поколении, а уже второе поколение может дать совершенно другие качества. Оно обычно дает качество одного из опылителей. Вот что означает значок F1. Еще раз повторюсь, это гибрид первого поколения. Процесс опыление и получение гибридов довольно-таки сложный и трудоемкий. Поэтому гибриды, то есть семена со значком F1, значительно дороже, чем те семена, на которых значка F1 нет. Вот такие наши советы помогут вам правильно разобраться в том, что написано на пакетике.